Друзья мои, погода в Днепре. Сегодня до обеда была погода похожа на весну. Затем лил дождь, прям такой, как летом. И сейчас у нас 12.27, 12 февраля. Новый год у китайцев. Сейчас у нас льет вот такая вот крупа, видите? Такая крупа, показываю вам, друзья. Сыпет крупа, окна замерзают. Ну, то есть синоптики были правы. Гололед надвигается. Друзья, дороги мокрые. Снега у нас не было. Друзья мои, буквально за 5 минут я вам снимала и говорила, дороги сухие, а сейчас метет такое. Еще, конечно, плюсовая температура, лужи. Показываю, лужи еще не замерзли, но метет, дорога моментально становится скользкой. Такая вот идет крупа, метель-крупа, назовем так. Это Днепр, друзья, это Днепр. Погода на сегодня прямо самая свежайшая погода. Заметает на глазах. Кто за рулем, будьте очень внимательны, погода тяжелая. Друзья, буквально за полчаса навалило, сейчас скажу сколько, сантиметра 3 снега уже, сантиметра 3 снега, пришла и к нам зима, лютуя, вот такая у нас сегодня погода в Днепре. Ну что сказать, друзья, погода как в 12 месяцев, был дождь, потом вот покажу вам окно, как все замерзало, теперь уже буквально за полчаса 5 сантиметров снега, 3-5 сантиметров снега, дорога не для автомобилистов, будьте осторожны в пути, дорога скорее всего для детей, для лыжников. Погода такая вот зимняя, лыжная. Радость для детей.